Добрый день. Сегодня я установил Windows 7, профессиональная версия. И покажу вам, как ее можно активировать с помощью активатора. Итак, подвожу курсор мыши к значку «Этот компьютер», нажимаю правой кнопкой мыши и в открывшемся окне нажимаю «Свойства». Вот здесь мы можем прочитать Windows 7, профессиональная версия. Также после установки Windows 7, вот здесь написано, осталось 30 дней до выполнения активации. То есть Windows 7 дается 30 дней до активации. Как бы это пробный, наверное, период какой-то. 30 дней до активации. Активировать я буду с помощью активатора Windows Active 8 KMS Auto. Это тот же активатор, с помощью которого я активировал Windows 8.1. Выделяю левой кнопкой мыши, затем правой нажимаю кнопкой и в открывшемся окне нажимаю «Запуск от имени администратора». Это обязательно. Подтверждаю, нажимаю «Да». Открывается окно активатора. Вот здесь я ставлю точку «Установка». С правой стороны открывается следующее окно. Я нажимаю «Ключ Windows». Вот здесь внизу будут выходить различные сообщения. Ключ установлен. И теперь я нажимаю «Активация Windows». Итак, здесь выходит сообщение, что все активировалось. Нажимаю правой кнопкой мыши на компьютере на значке «Свойства». И смотрим теперь. Активация Windows выполнена. На этом все. До свидания и до новых встреч.